Всем привет! Это свежая подборка с новыми интересными товарами для дома и не только с сайта AliExpress. Усаживайтесь поудобнее и приятного просмотра! Поворотный диспенсер для напитков 3 в 1 с полупрозрачным полипропиленовым корпусом. Он долговечен, устойчив и позволяет вашим гостям увидеть сразу 3 напитка, которые вы подаете. Идеально подходит для самообслуживания на любых мероприятиях или вечеринках. Да что там вечеринки, просто дома такая вещь будет очень удобная для детей и взрослых. Специализированный кран с регулированием потока позволяет быстро набрать напиток и предотвращает образование капель. Объем каждого отделения 5,2 литра. То есть в сумме получается 15,6 литра. Неплохо, согласитесь? Замок с отпечатком позволит открывать дверцу или ящик стола при помощи отпечатка пальца. Очень просто и удобно. Замок позволит защитить ваше личное имущество от воров, а благодаря встроенному сканеру вам не нужно беспокоиться о потере ключа. Замок выполняет одну простую функцию – открывает или закрывает что-либо, в зависимости от текущего состояния. Данный замок имеет форму защелки, которая часто используется для закрытия дверцы тумбочки или выдвижного ящика. Внутри корпуса под резиновой заглушкой установлен аккумулятор 3,7 вольта емкостью 500 мАч. В плане удобства данный замок даст фору любому замку с ключом, так как не требует ключа для своего открытия и нет возможности потерять этот ключ. В памяти может храниться до 20 отпечатков, то есть 20 разных людей или все пальцы рук двух человек. Жалюзи с электроприводом – это удобный и современный вариант управления жалюзи и ролетами. Ведь и вправду удобно, не вставая с дивана, затемнить помещение одним нажатием клавиши или настроить таймер на удобное время подъема и многое другое. А уж если в помещении много окон, то постоянное их закрытие и открывание, конечно же, будет утомительным занятием, и лучше использовать дистанционное управление. В таблице видно, что такой электропривод может поднимать ролеты внушительных размеров, максимальный из которых 2,30 на 2,30 метра. То есть такие огромные ролеты, представляете? Сенсорный датчик на кран от Xiaomi, который был у меня на обзоре больше года назад. Штука просто класс. Это простое, но необыкновенное водосберегающее устройство, которое легко собирается и превращает традиционный кран в современный сенсорный. В ней две зоны сенсорного реагирования и два режима подачи воды, а также высокая скорость срабатывания 0,25 секунды. Чтобы открыть кран, теперь достаточно просто поднести руку к насадке. Это не только удобно, но и безопасно, ведь инфракрасное управление устраняет риск перекрестного загрязнения. Подаваемая из крана вода смешивается с пузырьками воздуха, которые делают струю мягче, а мытье эффективнее. Насадка устанавливается так легко, что с задачей справится кто угодно. Все потому, что насадку нужно лишь прикрепить к уже установленному крану, а не менять весь смеситель. Вещь классная, подойдет и на кухню, и в ванную. Главное, чтобы кран был высоким. Острые ножницы от Xiaomi с удобной ручкой и линейкой на лезвии. Сделаны из высококачественной стали с тефлоновым покрытием. Ручки имеют футуристичный дизайн и анатомическую форму для естественного положения ножниц в руке и плавной работы с материалами любой плотности. Ножницы сделаны из инструментальной нержавеющей стали высокого качества 30SR13 с тефлоновым покрытием, позволяющей сохранять лезвие острым в течение длительного времени. Трехсторонняя заточка лезвий и технология прецизионной заточки обеспечивает повышенную точность резания и комфортную работу с материалами любой плотности. Мягкий и плавный ход лезвия достигается благодаря стальному подшипнику. Стальной элемент крепления обеспечивает плавную работу лезвий ножниц даже с материалами высокой плотности. Мультифункциональный разбрызгиватель 8 в 1. Этот водомет идеально подходит для полива сада, огорода, мытья автомобиля, дома, крыши, лестниц, тротуарной плитки, забора, а также надувных лодок и бассейнов. Водомет подходит к любому садовому шлангу, оснащен 8 режимами, плюс устройство для опрыскивающих веществ для жидкого моющего средства. Водомет идеально подходит для тех, кто хочет иметь красивый сад. Вы можете легко удобрять растения удобрениями, для которых имеется специальный резервуар. Также этот резервуар можно использовать для моющих средств для более эффективной мойки. Поливалка имеет 3 режима работы – распыляющий, поливающий и режим выключено. Садовый распрыскиватель воды имеет 8 функциональных режимов распыления – толстая струя, тонкая, более точная струя, мелкие брызги, легкий полив, круговое распыление, горизонтальное распыление, вертикальное распыление и имитация дождя.
Очень удобный удлинитель с USB-выходами. Его будет удобно брать с собой в поездки и пользоваться дома. При необходимости полутораметровый кабель можно намотать на корпус, а вилку зафиксировать в специальном держателе. К заказу доступны модели с четырьмя USB-портами и с одной или двумя розетками. Стоимость обоих устройств одинакова. Суммарная мощность прибора достигает 1,2 Вт при силе тока в 10 А. Оригинальный прикроватный светильник-ночник в виде космонавта для взрослых и маленьких любителей космоса. Такой светильник предоставит качественное дополнительное освещение и поможет интересно обустроить помещение. Идеально подойдет для украшения дома, кафе, кофейни или ресторана. Корпус светильника изготовлен из смолы. Источником света является лампочка мощностью 4 Вт. Прибор рассчитан на работу в сети с напряжением 220 В. Модные сандали с пузырьками и с пузырчатой подушкой, изготовлены из мягкого и полезного для здоровья ЕВА-материала, обеспечивают комфортные и расслабляющие ощущения для ног. Они дышащие, легкие, простые и стильные. Особенность материала делает его немного трудным для ношения в начале. Со временем ноги привыкают и чувствуют расслабление. Носок поднят вверх, чтобы стопа не уставала при ходьбе. Подошва обладает отличной противоскользящей функцией, сохраняя равновесие при ходьбе по мокрому полу, например, в душе в ванной комнате. Цельная конструкция делает тапок очень прочным, его нелегко сломать. Они быстро сохнут и их легко чистить. Усилитель мобильной связи 4G – отличное решение для усиления сотовой связи и интернета по технологии 4G. В таких труднодоступных местах, как, например, загородный дом, офис, гараж и садовый участок на площади от 100 до 300 квадратных метров. Без препятствий репитер усиливает сигнал любых операторов. Главное знать, на какой частоте они работают в данном месте. Это можно спросить у оператора или скачать программу. После того, как узнаете частоту, тогда уже заказывайте именно под вашу частоту такой усилитель. Ретранслятор имеет встроенный дисплей, на котором отображается уровень сигнала. Он достаточно компактный и не требует навыков установки. Взяв его с собой в дорогу, можно не переживать, что вы останетесь без связи в самый неподходящий момент. Это отличный выбор для тех, кому нужно и важно качество за относительно небольшую цену. Термометр на окно с наружным датчиком. Прогноз погоды по телевизору или виджет с температурой воздуха на смартфоне – это то, что люди просматривают каждый день, собираясь на учебу, работу или прогулку. Но синоптики частенько ошибаются, дают примерные данные или те, что не подходят конкретно вашему району. Именно поэтому многие до сих пор пользуются таким вот прибором, как уличный термометр на окне. Данный термометр очень гармонично впишется в евроокно и покажет не только температуру снаружи и внутри, но и влажность, что также важно. Смарт-напольные весы подключаются к телефону по Bluetooth без проблем. В приложении интересно отслеживать разные показатели, такие как вес, тип телосложения, анализ питания и МТ, содержание жира в организме, мышечной массы, содержание воды в теле, висцерального жира, костной массы, уровень базального метаболизма, уровень белка в организме, биологического возраста, норму веса, уровень подкожного жира и вес без жира. Отслеживается более 10 элементов вашего здоровья. Диапазон измерения от 0 до 150 кг. Шаг измерения 100 грамм. Весы дома полезная вещь, тем более если вы следите за своим здоровьем. Матрас для кровати из латекса, который обладает неповторимой мягкостью, хорошо справляется с нагрузкой, не продавливается со временем и обладает идеальными анатомическими свойствами. Натуральный латекс гигиеничен, безопасен, не впитывает посторонние запахи и подходит для аллергиков. Может использоваться как самостоятельный матрас или как дополнительный слой на уже существующий матрас. Паровой электрокамин. Атмосферу красоты и уюта дома создают различные стилевые приемы и предметы интерьера. Камин стал неотъемлемой частью помещения, вокруг которого создается гармония и ощущение тепла родного дома. С каждым годом возрастает популярность паровых каминов. Это электрическое устройство, в которое встроен парогенератор. Его способность имитировать настоящий огонь в очаге, мало отличимая от реального, увеличивает к нему интерес и востребованность. Реальность огня, создаваемая паровым камином, настолько близка к оригиналу, что отличить одно пламя от другого практически невозможно. Установить его может каждый, поскольку сборка не представляет собой никаких трудностей.
Розетка с двумя USB-портами 5 вольт 2 ампера служит для подключения различных электроприборов к электросети, одновременно является возможность зарядить необходимые устройства через USB-выход. Можно использовать в различных помещениях. Особенно полезным будет в жилых и офисных помещениях, а также в общественных местах. Имеет надежную прочную конструкцию. Механизм и передняя часть производятся из огнеупорного и износостойкого пластика. Электроконтакты и суппорт не подвержены воздействию коррозии. Розетка также содержит заземляющие контакты. Имеет стильный внешний вид и защищена с передней части стеклом. Очень стильная и необычная розетка. Не часто встретишь такие в домах. Напольный обогреватель Xiaomi. В нем есть функция автоматического поддержания постоянной температуры. Мощность устройства можно выбрать из трех значений – 900, 1300 и 2200 Вт. Корпус устройства выполнен из алюминиевого сплава. Электроэнергия автоматически отключается при наклоне корпуса. Гаджет также автоматически отключается при слишком высокой температуре, что снижает риск возгорания. Электрический обогреватель оснащен 127 излучающими ребрами и двойными нагревательными трубками. Обогреватель быстро нагревается сразу после включения. Кроме того, он получил ЖК-экран, который используется для управления. Также обогреватели можно управлять с любого мобильного устройства или при помощи голосового помощника. Технологичное ведро для мусора на 16 литров, всегда с закрытой крышкой для минимизации запаха. За счет инфракрасного зондирования пространства откроет вам крышку, как только вы захотите что-то выкинуть, и закроется, когда вы отойдете от него. Также можно настроить открытие крышки от касания ногой, либо от кнопки. Есть ультрафиолетовая ионизация для обеззараживания. Также присутствует отсек для заправки пахучек. Минус только один, на мой взгляд. Ведро не запаковывает мусорные пакеты. А так прикольное ведро. Работает, кстати, от 4 аккумуляторов, которые можно подзаряжать. Мощные демпферы для стиральной машинки. Снижают шум, вибрацию, не дают машинке скакать по ванной. По себе знаю, что вещь полезная. Хочу себе, кстати, заказать. У моей стиралки уже не работают амортизаторы. И бывает, сдвигается она в туалете немного. А такая штука то, что нужно. Корзина-коврик для детских игрушек подходит для деток разных возрастов. Малыши могут просто лежать на коврике, рассматривая все вокруг, а детки постарше могут хранить все свои игрушки, даже очень мелкие, типа лего, в одном месте. Отныне проблема разбросанных игрушек останется в прошлом. После завершения игры нужно просто затянуть веревочку, и все игрушки окажутся внутри мешочка. Можно убрать в шкаф или подвесить в любом удобном для вас месте. В сложенном виде модель коврика занимает минимум места, легко складывается и очень легкая. Кронштейн для планшета или смартфона. Его можно крепить на стену или к верхним полкам. По размерам влезут любые смартфоны и даже планшеты. Многочисленные гибкие шарниры вращаются на 360 градусов. Подставка позволит вам легко настроить изображение без помощи рук. Используя шестигранный ключ, можно отрегулировать или затянуть соединение, чтобы стабильно поддерживать ваш планшет или смартфон. Держатель может быть установлен как под вертикальный, так и горизонтальный углами обзора, что эффективно снижает нагрузку на шею. Мини-фонтан на солнечной батарее с 5 насадками для распыления и создания расслабляющей среды, и также для увлажнения воздуха. Солнечный фонтан подходит для украшения сада, для птичьей ванны, аквариума, небольшого пруда, циркуляции воды для кислорода и многое другое. Солнечный насос для пруда начнет работать автоматически через 3 секунды при ярком солнечном свете. Максимальное количество потока насоса 160 литров в час. Максимальная высота напора воды 100 сантиметров. Максимальная высота струи воды 45 сантиметров. Ну как вам товары, про которые я вам рассказал? Увидели для себя что-то интересное? Я, возможно, дозатор на 3 напитка закажу. Очень практичная вещь, как мне кажется. Ставьте лайки и подписывайтесь на канал. А если это сделано уже, то жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые свежие и интересные выпуски. Спасибо, что смотрите. Увидимся!